Сегодня снежный день. Решили с собакой пойти заниматься в зал. Тяжело, далеко. Но надо собаками заниматься. Это дело благородное. Что нужно для успешного дня? Хорошая погода, отличный зал, кликер, собака и много свободного времени. И это время мы потратим на проведение специальных спортивных лекционных занятий в этом зале. Да, забыли сказать, что зал находится на нашей территории, и вы можете смело заниматься с нами здесь серьезной дрессировкой или предложить свои идеи в директ.